Привет, привет. Сильно длинные реакции пока снимать не буду. Сниму на коротенькие заказы, которые мне заказали. Сейчас удалю то, что уже отсняла. Вот это что у меня тут все подряд. Одна из заявок. Недавно заказали кавер на Наруто. Диджей Дейк и Санджай. Я особо к Наруто никак не отношусь, несмотря на то, что она ничего не любит. Я его не смотрю и отношусь к нему так, ну, но есть и есть, как бы. Я фанат Блича, поэтому поэта. Как вы можете понять, почему я фанат? Вот. Блич, Ичика, Ицуга. Это my love. Так что Наруто мы не слушаем. Я не знаю ни одного опенинга из Наруто, поэтому просто послушаем вместе с вами. Раз, два, три. Тоже хочу синтезатор. Не знаю, зачем он мне. Мне больше напоминает пост какой-нибудь китайской исторической драмы. Может, даже не историческая, а такой, где всякие у них демоны, культы. Как они любят это все снимать. Мне кажется, так сложно играть на такой дудочке. Я не знаю, как она правильно называется. У нее, скорее всего, есть название. Вот, но судя по тому, как он играет, ну, мне кажется, это очень сложно. Она такая похожа немножко на губную гармошку. То есть там нужно прям постараться, чтобы сыграть. Тем более красиво сыграть. Чтобы это звучало прям хорошо. Поэтому, блин. В общем, артистам, музыкантам, которые сыграли это все, респект огромный, конечно. Саму песню я не знаю, в плане ни разу не слышала, так как я не увлекаюсь Наруто и вообще ничего о нем не знаю, кроме существования, собственно, этого аниме и нескольких имен из Наруто, в общем, вот так. То есть мне понравилась песня.
музыка, в смысле. Ну, там не совсем песня, больше все-таки мелодия, да? Но мелодия очень красивая. Ребята постарались на славу. Всем пока.